28-29 ноября на базе полоцких учебных корпусов ПГУ состоялся 18-й международный научно-методический семинар «Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовки инженерных кадров Республики Беларусь», организованный Полоцким государственным университетом совместно с Министерством образования Республики Беларусь. Началась работа конференции с приветственного слова ректора ПГУ Дмитрия Николаевича Лазовского. На правах хозяина Дмитрий Николаевич поприветствовал гостей, вкратце ознакомил их с историей становления и развития университета. Разрешите объявить 18-й международный научно-методический семинар, который называется «Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовки инженерных кадров в Республике Беларусь» открыто. Представитель Белорусско-Российского университета Ярослав Денисович Семенюк ценит сотрудничество и характеризует наш вуз как надежного партнера. У нас тесные дружественные связи, прежде всего с ректором вашего университета, с Дмитрием Николаевичем Лазовским. Ибо, допустим, то, что он разрабатывал совместно с профессором Пицольдом, те все разработки у нас есть, и мы, так сказать, гордимся тем, что мы вместе сотрудничаем. Важность данного международного семинара подчеркнул один из сопредседателей организационного комитета, заведующий кафедрой железобетонной и каменной конструкции строительного факультета БНТУ Владимир Федорович Зверев. Я считаю, это знаковое событие в преддверии перехода всего строительного комплекса на нормы проектирования Европейского Союза. И очень много вопросов будет касаться по переходу строительных норм на нормы Европейского Союза. Такой же позиции о необходимости обмена ценной информацией в научных кругах придерживается заведующий кафедрой геотехника и экология в строительстве БНТУ Михаил Иванович Никитенко. Во-первых, надо здесь обменяться мнениями о тех достижениях, которые сделали ваши ученые, наши ученые и из других тоже вузов.